После этого лука еще идем. Ну да. Если так вдруг срочно там 10 человек не уйдут. Где там Мордонец заходит? Шарните охоту. Есть такая функция у кого-то? Охота? Да. Все. Да у меня там Аниксия не убитая. Я зашел. Дайте там... Я, блин, на Локе 3 КД не могу сдать охоту, забываю скопать. Что, мне в холлике оставаться? В холле присте? Да, да. Рос в танке или в ДД? Да. Черт. Че там, Мордон сюда ли пати? Нет. Ну дайте пати ему. Ну килая, а люди отдыхают. А, вот все. Сейчас его сумнем и начнем. Бигдэм уже отправишь дамажить? Да, на Халионе. Пока в танке. Короче, это... Пошли танки. Вот мобы. Бейте вот этих мобов. Мне с танку так же в хилах оставаться. Да. Косты там сбиваются салом, станом, фером, притяжкой, оттяжкой, всей этой хуйней. Блин, забыл. Раньше, если в одного-два танка шли, брали вот этих откидывателей и ставили их мордой к этому, к дереву. А-а-а. Только что вспомнил. Не знаю, как тут работает, нет. Так. Нет, раньше работал. Ты, короче, ромбик забирай, вар, врывайся в толпу, я кружок, ты ромбик. Вар, врывайся на полную вару. РДД по двум меткам, остальные по этой парашке. По этой парашке. Я тоже ромбик, да, я ромбик не трогаю. Вар, врывайся, блядь. Чарж, бэш, покинуть тело. Вот, отлично. Тут делов, тут как РБК чистить. Просто не стойте, не смотрите в небо. Подводи к моему мобу, чтобы ОЕшка шла какая-то там. Давай. Ну тогда только станы выдавай. Или отбегать. Вот видишь, на звезду посмотрите, просто берешь, отбегаешь на взрывной волне и все. Никогда не откидываешься. Вот, оп, каст пошел, отбежал. Подбежал. Ты играешь на Эрдру и думаешь, ты здесь вообще не ради хила, а ради ободрения своей пассивки. Как жопу не рви, тут по ХПС просто не взлетишь. А тут хилить нечего. Нет, там вообще везде, говорю. Это какой-то босс, как проф какой-нибудь, или тут вы нужен, пусть чтобы как-то сравняться. Или лану, когда в одной пачке стоите. Да. Что, на профе есть ДПС? По рейду, я имею в виду. Там же Обама тикает по 3К и все. Ну вот, 3К там. Ну... Знаешь, так, очень... одним эрдру. Нет, такую старую фишку, ну платишь милику голды какому-нибудь или РДДшнику,
он встает в лужу, ты его хотаешь. Так нескольким так... челиком заплатил, накручиваешь ХПС. На прошлом КД, короче, такой баг словили в целкашке на профи. Невидимая лужа провалилась под текстуры. И просто ее нет, но она есть по факту. Ее пить нельзя, но она ДПС наносит. Еле добили, она в конце уже разрослась, типа там, ну почти на всю комнату. Но у нее, по-моему... Ее просто нет, но такая она по всем урон наносит. Предел есть луж этих, если не ошибаюсь? А, по-моему, нет. Ну, может есть. И есть, не знаю. Но мы если добили, типа, значит, наверное, что-то есть. Разбафайте Ваню, пожалуйста, паладин. Всем разбафать надо. Бафайтесь, это, ездите на маунтах, вар, врывайся, мы также, я кружок, ты ромбик. Ближе сюда. Не надо будет просто мони. Давай, давай. Ну, попали пауэру, а, все изменилось. Отбежать нетрудно, попробуйте. Как на Зулджине. Блять, в какую-то канаву сваливаюсь, сука. Смотрите, только тех мобов не запульте, отведи немножко от них, вара. Те мобы не нужны нам. Еще пачка осталась, там два пробудителя. Кто из вас холик ИВБ, да? Да. Да, я. Ты чё там спекнулся, рогатый ты создание? Вар, ведешь своего это через звездочку копию, которая вторая будет на 33%. Давайте у Болтара остановитесь тут. Я через кружок, через центр веду лицом в центр босса. Морданец, первую копию забираешь, которая на 63%. По-моему, с правого плеча босса выходит копия, сейчас посмотрим. Милики, вот тут где-то темы встаньте, отсюда от пригорка начнете бить. Все, запускаю. Цирк приехал. Там, если что, сразу рассыпну. Мордонис, забери. Блин. Бернит его. Хейки, Войда, Букля, Анименика. Пока что. Остальных не надо. Я заберу первый. В центр. На кружок спиной встану. Не-не, там люди стоят. На людей ведешь, люди отходят назад. Я заберу первую копию сейчас. Так, ну я тогда разворачиваю, осторожно. Да-да, вот так ведешь. Эту копию я сейчас заберу. Все, с ромбика уйдите отсюда. Уйди. Тело не надо покидать, там ОД не дадут.
Отходи, сова. Не покидал, меня вообще выкинул с игры. Дайте каску лапу пристабав, так, каску лапу. Каску дайте. АДКшник. И полок. Готовься, вар, сейчас ловить копию. Возле босса поближе будь, возле основного, который мордо не сдержит. Так, незыбку дал на рейд. Мордонец хватай. Ой, этот вар. Ага. Навара частицы киньте. Какую-то хотя бы одну. Все, и добивайте. Можно разные копии бить. Какие удобны, чтобы рейндж не мешать. Так, ну отражался. Думаю, добьем. Да. Заходите в инст. Долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. На 5 минут срочно. Ну ладно. Стой где-нибудь это вдалеке, ага. Дайте фулл баф. Погнали дракона бить. Хант, Хант знает то, что делал он дисплей? Да, да, да. Хорошо. Метки из рейда выходим. По стеночке заезжаем. Шаман там потом подойдет. Надеюсь, он не в центре стоит, хотя он не спулит. В центре. ИВБ давай уже на Войда антифир. Значит, этот мордонец дальний трэш, а вар, протовар ближний. Вот откуда мы заехали, с той стороны вар твои мобы. На счет 3 пуляю, раз, два. Три. Давайте, Геро. Истерия 5 секунд.
Вар, давай ШВ на рейд. На ту сторону переезжайте пока. Пока босса не пульте. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Блять. Так, шаман там говорил 5 минут, надо было, не знаю, прошло 5 минут, нет. Шамана. Ага, все. Сейчас релогнусь. Ну как обычно, первая, вторая в тьме. Третья, четвертая свет. По хилам. ИВБ, танку, сочный во тьме. Вероника и Килая в свету. Вероника, остаешься, как обычно, Килай, заходишь в тьму, потом выйдешь в свет. Я тьму танчу, мордонец свет. Все как обычно. Можно я вместо Вероники в свету останусь? Зачем? Нужен хэпал. Зачем хэпал? А че у нас три танка-то? Варф в ДД. Че, рыбку никто не поставит? Ставьте пока. Я поставлю. Не, надо эрдру во тьме обязательно. Окей. Там периодичный дамаг, здесь свету нехуй хилить. Я тут. Наши материальности не поменялись? Ты тьма, я свет? Да. Да-да. Пойду от тьмы баф. Дайте, пожалуйста. Че, поем? Короче, я с ромбика буду. В ромбике будет голова босса во тьме, когда будете заходить. Заходите со стороны треугольника. Так, че у меня там запрут? Так, Войд, напомни, мне сначала в тьму заходить или да. Постоянно тут висеть? Да, да, в тьму зайдешь, потом в свет выйдешь вместе со всеми, третья, четвертая пати. Смотрите там, Вар, ты, если что, это, в четвертой пати ты в свет выходишь. Первая, вторая во тьме. Так, я вот не знаю, ханту нормально в тьме будет или тебя в свет ебануть? Давай в свет лучше. Давай в свет. Тогда этот Вар, отмена, ты, короче, во тьме. Хант в свету, я вас поменял местами. Намажешь во тьме. Так, чек на пул. Еще раз. По хилам. Вероника остается здесь. Килай к ней выйдет на третью фазу. Килай диспелит первую, третью фазу. Во тьме диспелит или танку, или сочный. Там сами решите. Во тьме хилит ИВБ, танку сочный. Первая и вторая пати полностью остаетесь во тьме до конца. Третья, четвертая, выходите в свет. Все, все готовы. Это. Короче, побежите к боссу, когда я уже с пулю начну бить. Все, бейте. Перебегайте, метеор. После дыхания заберу. Угу. А, забираем. Со стороны треугольника заходите. Заходите со стороны треугольника. Болтина на
Сейчас начну крутить босса. Двигайтесь ровно сбоку, находитесь. Двигайтесь потихоньку. Алкина, вынеси. Процента. Сейчас после лезвия готовьтесь, будете выходить. 1%. Готовься, мордонец. Фаза пошла. Босса лови. Свет, выходите сразу. Третья, четвертая, килая. Быстрее, быстрее, быстрее. Верни босса. Букля, вынеси, не спалим себя, может. Под морду не лезьте. Лезвие смотрит. Все, свет упал. Свет упал? Свет упал. Там трое, четверо. Вы заходите. Ну, я упал, хил упал, все упали. Почему? Как? А, метеор на меня упал. А, видимо, никто не заметил. Я начал разворачивать. Эти лужи пошли в рейд. И все под морду к Леону забежали. Винс, не заходите, потому что вас выкинет. Духа отмени. Теперь заходите, боя нет, Винсе. Чё за проблема? Ну, лужа прям неудачно разлились. Ну, так, слушай, надо выбегать. Ребята. И чё, с тьмы вы выходите, в одну, на одну сторону перебегайте, не надо на двух сторонах держаться. Так мы на одной стороне. Рыбу поставила, едим. Ешьте рыбу. Ты-то как сдох, я понимаю, там, блядь. Ты сам как сдох? Убила хила, что ли, или чё? Потому что под морду полезли, вот и помер. Те, кто под морду, я понял, а танк как сдох. Ну, так я говорю, они под морду полезли, хила, наверное, убило. А нет, он не убило, хил хитрый под мордой бегал в бабле. Хм. Ну, паладин. Да, блядь. Да, может, морда на них повернулась, а не они... Кого? Ну, я вот нормально стоял сбоку, типа. Они сами а побежали. Я прям вижу, как они побежали к танку. Больше половины. Там это там, кулаки там, кто раздает? Лужа была. Все, хватит. Кулаки кто раздает? Я бахаю. Давай, по ДК. Не, в рекаунте у меня вообще почему-то не пишет ничего. Обои. Давайте как-то повнимательнее смотрите там на лужи. Не забегайте в лужи, не стойте в огне. Рос готов? Места не было там. Немножко подальше встаньте на максимальную ренжу милики от босса, чтобы метеор не появлялся под брюхом у босса. Все, перебегайте. Блять, вы слепые что ли? Блять, человек 7 получил дамаг от метеора. От именно от падения. В Гере он 100 тысяч бьет, он шотнет вас. Фонкич, блять, какого хуя. Сочный рез его. Ну то в Гере не забывай, еще трэш выходит. С фулл баф по ханту. Ну вы, блин. Давайте падать, наверное. Да. Или порезаем людей. Лая, ну зачем? Бэров хватает. Зачем диспалишь? Ложитесь, сука. Никаких бэров уже. Да случайно, наверное. Блять, у меня воду сбился, видимо, сейчас. О, в метеор давайте. Я хилку хотела кинуть. Во-первых, и стоите, метеор падает вам на бошку, блять. Человек 7 или 8. В Гере это ваншот, блять. Вы не понимаете, вам сказали бежать, бегите сразу, не стойте, не докастовывайте.
Что за хуйня? Я слышал, у нас холик есть, холиприст. Может, он читочки будет кидать для ускорения. А хули толку? У него КД 4 секунды. Ну, он на себя кинет и все. В это время уже 3 метеора. А, ну тогда придется добиться тебя. Блять, рыба сейчас. Ставьте еще рыбу, бафайтесь. Какая-то параша, нахуй, ребята. Ну, релогнитесь там, не диспельте, ну, в рейде метки. Убрала галочку. У тебя автодиспел какой-то или что? Че это у тебя за дон? Да сбилась. Ты пиздец вообще. Вы решил сотворить хуйню. Да, не напрягайся, сейчас закрою. Смотрите внимательнее на метеор, он падает, блять. Вот босс, кто со звуком играет, он даже в чат пишет красное сообщение, блять. Небеса в огне, блять. Это значит, уже надо бежать, это значит, уже метеор сверху висит, блять. Падает вот 8 или 9 секунд, или 7 секунд, ну что-то в районе этого. Он летит там, можно, я не знаю, вокруг всю эту комнату оббежать. Там еще ДБМ пишет. ДБМ пишет, блять. Ну, я на слух воспринимаю. Он сказал небеса в огне, значит, надо съебаться. Пельмешань. Букля и Рос. О, идеально. Сели на рыбу, поесть не дали. Так, блять, время сколько прошло? Ага, ничего страшного. Я поел, на коне еще минуту поездил. Ничего страшного, без рыбы. Главное, в метеоре не стойте. Вот сейчас готовьтесь. Побежали. Пойдет. Забрал. Угу. В рейде главное не диспелим. Кекс. Со стороны треугольника. Заходите. Паладин света, перебегим на другую сторону. Они будут на той стороне появляться. Смотрим лезвие, готовимся. Начинаю крутить, двигаемся. Немножко дальше от босса стойте, чтобы вас хвост не станет. В свет выходить не тормозите там, чтобы вы не бегали через босса там на другой портал. 3%. Готовим. Сейчас лезвие 2 секунды. И эта переходка пошла. Босс появился, лови. Портал вот. Что, бежал, нет? Проходите в портал. 3-4 килла. Не перебегайте на танки. Килла вышел? Я немножко подкрутил. Блин, я даже подкрутить не могу. Все, говорите. В свету, что там, чтоб параши там не было никакой. Ой, это хрень, на две части лужа нас разделила на две части, но в принципе... Да похуй. Главное не сдохни. Лезвие секунду. Так, 50 на 50 пока нормально. 70 вообще-то. Сейчас опустится. Первая пати возьми, стопните. Сейчас до 50 будет. Потом будем бить. Остальные бьемся. Бегите на другую сторону, где треугольник. К треугольнику все сдвиньтесь. Во тьме все стопните. Этот букля ресой танку. Скажешь, когда встанешь. Хейки ресой... Не, вара не ресой, пизду. Пускай валяется. Я не знаю, может мне выйти в свет, потому что я во тьме еще не бил, как паза начала. Нет, 50 уже стало, бей.
Ты танку зашел? Бежим. Перебежали. А, к хвосту, наверное, передвиньтесь. Да, передвиньтесь к хвосту, я подкручу. Иди, Рос, свет. Вадикон. 10 секунд под 60 побьешь там. Лезвие осторожно. На лезвие не беги. Про Гера забыли. Давайте Геру. Пули. Геру, наверное, с пула давайте, либо на второй файл. Да, уже похуй, уже добили. Метеор перебежали. Биг Дэмэдж, ты чуть тьму не вайпнул, ты знаешь? На тебе метка, ты не выбегаешь. Я выбежал же. Ты не выбежал, ты взорвался. А, я что-то хуй забил на истерию, блядь. Ты выбежал, ты молчал. Рульте. И ВК летим. А, одна истерия была, я в середине боя на первой фазе тебя кидал. Не, я не кидал. Нет, не тебе, я его Кайну давал. Ну правильно, надеюсь, прошел. Топовый пояс на хапала. Можешь хапалу отдать сразу? У нас один. На хапала, на друи. Ой, на этого, на шамана любого. Про шамов у нас нет. Ну шаманов нет. Элим то же самое. Короче. Давай хапалу. Давай хапалу, раз он один. Закинул. Хапал. Вон там Адзири права предъявляет на этот, с ним разберитесь, там, между хпалом, сочный. Так, что там? Адзири, ты не ролишь, ролят два человека, сочный и килая. И чья гильдия забирает, тот между собой распределяют. Килая закидываю. Полетели в ВК. Кто там уходить хотел, идите, сейчас посмотрим, сколько людей останется. В плащ выбьем. Плащ... А я не сказал, точно не пойдет. Кто-то еще был, я помню, Вадикон. Вадикон. Ну, смотрите, если люди есть, можно плащи сделать. Плащ лучше вот этого падает там на пару статов. Тоже там делов 40 минут, так что смотрите сами.